Привет. В нашем великолепном мире, в нашем пространстве существует огромное множество соблазнов. Столько всего прекрасного, но по каким-то определенным причинам мы не можем себе позволить, бывает, что самые банальные вещи. Почему? Почему такое бывает? Почему для одних все, а я как бы ни старался, ко мне это не приходит. Даже самая малость. Что происходит со мной? Что не так в моем мире? Чего я не понимаю? Узнали себя? Бывают такие случаи? Да. Именно поэтому я вас приглашаю на марафон исполнения желаний. На этом марафоне мы проговорим, почему наши желания, почему не все наши желания исполняются. А если какие-то исполняются, то они уже становятся так неактуальны, потому что они так долго шли к нам, что нам это уже неинтересно. Мы поговорим, как формировать желания. И нет, это, конечно же, не то, что представить себя в новом автомобиле, в новой квартире, на красивом пляже, с идеальным мужчиной и с великолепной женщиной. Это не про это. Это просто увод нас от реальности. Так мы забываем то, что мы должны чувствовать. Мы поговорим про снятие ограничений и барьеров. Это те ограничения и барьеры, когда я говорю, что «Ой, не-не-не, мне такая машина ни к чему, мне бы вот попроще, и мне, я была бы довольна». Правда? Но ведь та тоже для тебя. Почему ты себя ограничиваешь? А если ты себя ограничиваешь, почему Вселенная тебе тоже должна что-то давать? Твои ограничения и ограничения Вселенной, они практически идентичны. Что для тебя капля, что для Вселенной капля — это море. Ограничивая себя, ты ограничиваешь свою Вселенную. Она не может тебе дать то, что ты хочешь, потому что ты уже поставила свои рамки, свои критерии, на что ты готова и как, насколько ты себя ценишь, что это для тебя возможно, а до этого ты еще не доросла. А это мне не нужно. Нет-нет, я справлюсь вот буквально совсем чуть-чуть. Мы же сами себе это делаем. Хотите проработать эти, снять ограничения? Тогда приходите. Приходите на марафон исполнения желаний. Мы там с вами проговорим и прорисуем состояние до мысли. И именно в этих состояниях вы поймете, как просто брать то, что тебе хочется. Хочется истинно тебе, не навязанный шаблоном общества и социума, а именно твое. И ты будешь это брать в тот момент, когда тебе это нужно. Ну и, конечно же, воплощение из мечты в реальность. И это у вас все будет. Уже очень много людей прошли этот марафон. И есть великолепные отзывы. И мне очень приятно, когда вы пишете и говорите, как у вас все начало сбываться. Насколько вы понимаете, что это для вас и как это работает. И когда вы понимаете, ощущаете и чувствуете, как это работает, ваш мир начинает играть абсолютно другими красками. И я понимаю, что через меня проходит именно та информация, которая делает вас и меня счастливыми. И это здорово. Если ты хочешь изменить свою жизнь, если ты хочешь увидеть другие краски, если ты хочешь радоваться, улыбаться просто потому, что у тебя есть все, а все есть у тебя, то приходи на марафон желания. Марафон желания пройдет с 1 по 4 августа. У тебя есть время? Присоединяйся, я жду тебя.